Ехали, короче, к шалашу. О, какая травка. Ехали к шалашу. Заехали через железную дорогу. Вот еще лес. Пофотаться. Елочки такие вынесли, все красивые. Смотрите. Обалденные. Красота. А он там где-то. Где-то вон там дятел долбит. Ладно, поехали дальше. Вон пацаны на мотоциклах едут. Вон они. Вот. Вот здесь, вот она. Ладно, едем. Едем. Короче, едем. Мы к шалашу. Едем к шалашу, посмотрим там нашу кормушку. Думаю, там все нормально, все в порядке. Блин, какие елки обалденные, ё-моё, красивые. Смотрите. Красота. Ладно, пошел я к машине. Продвигаемся дальше. Всем привет! Приехал посмотреть кормушку, что там птицы склевали, нет. Птицы в кормушке сидят, сейчас видел, только подъехал, смотрю, одна вылетела. Довольно такая крупненькая. Шалаш наш стоит на месте. Вот он. Кормушка у нас висит. Получается, вот она. Сейчас к ней подойдем. По-моему, они все там склевали. Если все склевали, надо будет вешать еще кормушки. Вот и мои следы. Прошлый раз ходил здесь. Вон она, кормуха. Сейчас дойдем. Посмотрим, что там. О, все в порядке. Все они скушали. Вон осталось там на донышке. А покрупнее, видать, птицы, которые сюда не пролазят. На земле клевали. Вон он, шалаш наш стоит. Сейчас насыплю еще им пшена. Надо, наверное, сделать еще кормушку. Куда-нибудь повешать. Ну, еще куда-нибудь на куст. Наверное, сделаю покрупней, чтобы птицы покрупнее могли залетать. Вот, насыпал столько пшена. Я думаю, хватит, потому что
Тогда я столько же насыпал, хватило как раз вот на неделю. Видели, маленько оставалось даже. Но я думаю, чем она дольше будет здесь висеть, тем больше птиц будет прилетать, кормиться здесь. Для крупных птиц надо делать другую кормушку. Я думаю, сделать и где-нибудь ее повешать, чтобы, ну, не было вот таких кустов, чтобы они свободно могли подлетать. Что-нибудь типа вот этой ветки вот выбрать, на нее повешать. Ну, а так кормушка работает. Пойдемте посмотрим, что с шалашом у нас происходит. Я думаю, с ним все в порядке. Люди вроде не ломают ничего. Кормушка висит, если шалаш целый, то все хорошо, значит. Идем к шалашу по дороге. Там снег, чтобы не топтать сильно. Пускай все остается вот такое красивое, не затоптанное, не закатанное. Вот он, шалашик. Свежих следов нету. Следы все припорошило уже. Шалаш стоит. Все ништяк. Все круто. Ну вот. Добрались все-таки. Все целое. Все хорошо. Заходим. Не, ну нормалек, нормалек. Я думаю, если здесь скамеечку сделать, вообще хорошо будет сидеть. От ветра прятаться. Вот он, потолок такой получился в нашем вигваме. Красотища, тишина, спокойствие. Эх, хорошо отдохнуть от городской суеты. Чайку, друзья. Надо, думаю, лавочку делать. А вот как приходишь, даже посидеть негде. Чаю попить. Костер не буду разжигать. Тепло сегодня. Минус 15, ветра нет. Красота. Такой морозный день такой. Самое то, блин. Погулять что-нибудь, поделать. Я думаю, сделаю еще 3 кормушки. Сделаю еще 2 для маленьких птиц. И одну все-таки для больших. А то большие туда не влазят. А им же тоже кушать хочется. Допустим, там взрослый дядя вот тут уже не влезет. Ваше здоровье и долголетие. Вкусный фруктовый чай. С каналом на свежем воздухе. Заходите, кстати, к нему на канал, подписывайтесь, смотрите видео. Очень интересный канал. Снимает землянки, походы, рыбалки, по грибы ходят, Таиланд, путешествия на Алтай.
много всего. Заходите, ссылка в описании будет. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки. Да, что-то маленько даже подпотел. Вроде минус 15. Все равно жарковато. Все-таки думаю, если землянку или избушку будем делать весной, будем делать у реки где-нибудь или возле озера, чтобы на рыбалку ездить. Потому что рыбалка-то обязательно нужна, как без рыбалки. Так, чаек попили. Сейчас пойду, наверное, в кормушку. Вставлю я несколько веточек еловых. А то там крышка красная, издалека сильно видно. Вот. Маскировка будет, маскировка. Здесь маскировка, и там маскировка. Ну вот, друзья, так вот веточки сделал. Маленько крышку, чтобы не видно было. Надеюсь, не будут мешать залетать птицам. Сейчас издалека посмотрим, как будет это выглядеть. Я думаю, красную крышку будет издалека заметно по-любому. Ну что, друзья, на этой ноте будем прощаться. В следующий раз приедем, сделаем кормушек побольше, насыпем корма, может быть, сделаем лавочку, пожарим сосисок. А сейчас, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Всем удачи, всем пока!